Шалом, дорогие друзья! Итак, мы с вами продолжаем изучать поучение отцов Пиркей Авот. К сожалению, за окном война, в Израиле очень тяжелая война. Так пусть же эти слова Торы и вот этот духовный рост, который мы все с вами получим от изучения этого Святого Писания, принесет мир в Израиль. Говорит нам Мишна, очень интересно, третий раздел. Акавья бен Мегалалель. Так звали этого великого мудреца. И он нам говорит, друзья, кто из вас хочет не грешить, правильно жить? Мы живем в этой жизни, и Ецар Ара нас тянет в разные стороны, соверши грех такой, соверши грех другой. Говорит нам великий мудрец, рецепт спасения от грехов. Посмотри на три вещи, всего на три вещи, и ты не будешь грешить. Визуализация. Представляй себе эти три вещи. Знай, откуда ты пришел. Знай, куда ты идешь. И знай, перед кем тебе потом отчитываться на страшном суде. Откуда ты пришел? Из вонючей капли. Куда ты идешь? В землю, где тебя будут черви есть. Перед кем ты будешь отчитываться и давать ему, ой, тяжелый отчет и суд перед великим Творцом, который знает все наши действия, мысли, все, что мы сделали. Итак, визуализация. Великие праведники сидели часами и представляли себе суд, небесный суд. Нас спросят, что же ты делал? Нам покажут такой видеофильм. Все наши поступки от рождения до смерти. Как же нам будет стыдно? Сколько упущенных возможностей. Очень страшно. И мудрецы сидели, это все представляли. Вот эту могилу, день своей смерти. И уже грешить не хочется. Когда человек понимает, что он из вонючей капли, кто ты такой? Выключается полностью гордыня. Когда человек понимает, что он идет в землю, выключается вожделение, желание заработать, страсти, все выключается. Когда человек понимает, что ему отчитываться перед Богом, никакие грехи он не сделает. И так говорит нам Мишна, визуализация. Хочешь правильно жить, уделяй время вот этим всем картинкам. Я буду на суде. Я когда-нибудь умру, и тогда никаких проблем со Всевышним у тебя не будет. А наши глаза показывают нам другую картинку. Иди, беги, делай, наслаждайся. Нет, 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 нужно уметь визуализировать. Очень важный урок. Вторая мишна. Раби Ханина с Гана Куаним говорит, всегда молись, чтобы правительство нормально функционировало. Потому что если не будет правительства в любой стране, то люди друг друга просто съедят заживо, как в океане большая рыба съедает более маленькую. Точно так же люди друг друга перебьют, если не будет государства с полицией, с судами. Всегда молись, чтобы государство процветало, чтобы не было анархии. Анархия хуже всего. Две важнейшие мишны, третий перек, Пиркей Авот.